ответственно к ней относятся, забрать ее домой. А у нас ситуация как происходит? У нас когда... Стойте, логика... ...пользование услугой МТС предоплата. На вашем счету 1 гривна 58 копеек. Че, блядь, не видит нихуя, что ли? Пиздец, блядь! Пизду! Че, блядь? Ты че, ёб твою мать? На сезон, или вовсе перебраться жить в загородный дом, нужно обеспечить себя теплом. Самый распространенный способ – это газификация. В плюсах, минусах и подводных камнях такой системы отопления разбирался мой район. А у меня на этом о газетах все. Через час полистаем женский глянец. Ростов вошел в пятерку лучших городов России по качеству среды проживания. Исследование качества городской среды проводилось в течение 2 лет Министерством регионального развития России во взаимодействии с Российским союзом инженеров, а также с привлечением Госстроя, Роспотребнадзора и МГУ имени Ломоносова. Его итог больной, блядь, генеральный рейтинг привлекательности российских городов, базирующихся на 13 индексах, что, больной, что ли? Отражающих основные параметры оценки качества ты городской что, среды проживания. Или как? В рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Добавлю, что по итогам рейтинга Ростов также признан... Че, ментов вызовите кто-нибудь? Хули он сейчас так переломает все машины тут? Выйди на улицу, вдвоем!
Ой, стоп, стоп! Ебаный, ты шо? Суправильный, блядь. Сука, блядь. О, блядь, сбил! На, нахуй, нихуя! Да как он так, блядь? Вообще пиздец! Нихуя! Отсюда что ли летел? Ну, отсюда вырули, как он уебал эту тёлку! На регистратор записал, надо будет. Чего они вышли? Поехали. Да я стою. Все пиздец. Маушка. Это кто тут стоял? ОМОН. Откуда он взялся вообще? Опа. Что такое-то? А ты-то куда пошел? Сиди здесь. Это жесть. Система премиум-класса. Исключительный комфорт для пассажиров. Jaguar XJ. Яркий стиль вашего бизнеса. От 2 миллионов 990 тысяч рублей. Стоимость Jaguar XJ Luxury до 30 сентября 2013 года. Подробности на jaguar.ru. Специальные предложения для корпоративных клиентов. Я футболист Вячеслав Малафеев. Для меня покупка апартаментов ЕС – отличный способ сохранить и приумножить свои деньги. Разумность инвестиций, недвижимость проверена временем. А с апартаментами ЕС это еще и просто. Покупаете апартаменты, управляющая компания сдает их в аренду, а вы получаете стабильный доход. Рекомендую. Апарт-отель ЕС сдается в этом году. Подробнее по телефону 702-42-22. Проектная декларация на esapart.ru. Проект группы компаний «Пионер». Ты дура, что ли? Ты не видишь поворот. А ты не видишь? Курица тупая, блин. Видел, блядь.
дебил, блядь, на, понял, блядь. Придурок, блядь. Вали нахуй отсюда, блядь, понял? Чего тупорылая? На, дебил, блядь. Ой, ой, напугал, блядь. А ты тоже самый умный? На, баран, блядь.